Смотри, у вас тут флаги понаставлены. Ну, украшения, да, у нас такие украшения. Я вас на всякий случай предупреждаю, что на территории города Хабаровска в связи с постановлением 525 все публичные мероприятия запрещены. В связи с ковидными ограничениями в случае нарушения требующего действующего законодательства будете привлечены к административной ответственности. В настоящее у нас нет публичного мероприятия? Нет. Марина, почему вы решили горку сделать? Что-то мы должны делать, какие-то должны быть инициативные, значит, нам не дают. А, что я хочу сказать, в этом году нам не обещают на Ленина делать горки, не обещают нам снежного городка, потому что у нас новый губернатор, у нас новое его окружение, которые решили по-другому посмотреть на это. В том году, вы помните, да, нам же запретили уже выпиливать на площади город Хабаровск, город, которого нет, а в этом году нам запретили каску на площади Ленина совсем. Поэтому мы решили построили себя хотя бы горку здесь. Может, будут прийти какие-нибудь детишки, будут приходить кататься. Может, мы покатаемся, придем. Скажите, как вы думаете, небольшие, почему такое отношение стало к хабаровчанам? Ну, рыба гниет с головы, вы же знаете всегда. Мы не будем говорить про самую большую рыбу, мы будем говорить про рыбу, которого, про голову рыбы, которая местного значения наша. Но если ему наплевать, в принципе, на город, он приехал сюда не за тем, чтобы восстанавливать город, а за тем, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому такое отношение к медицине, к образованию, ну и ко всему, что происходит в городе. Расскажите, а как при Фургале проходили Новый год? Ну, вот праздничные. При Фургале мы, наверное, только... два Новых года у нас было при Фургале. Во-первых, это был первый Новый год, наверное, он запомнится, когда Сергей Иванович был. Это был, наверное, самый памятный Новый год, когда мы все встречали. Это на набережной был тогда. И он был с нами в этом году, в эту ночь именно на набережной. Где был большой каток, был большой праздничный концерт. Там собирались люди. Ну, это был действительно праздник. Ну, а второй год, честно, Сергея Ивановича не помню, но это был тоже, это было массовое гуляние на площади Ленина. Никто нас не караулил, никто нас не охранял. Это было очень много народу на площади Ленина. Так и все же этот Новый год вы где будете лично отпраздновать? Мы лично планируем, конечно же, как и всегда, на площади Ленина. Спасибо.